Итак, дорогие друзья, вот самый главный распорядитель Дмитрий Лиханчин. Дмитрий Петрович, когда будет выступать 5 минут глобальная волна, пролетающие тарелки и эфир? Можно ролик? Сейчас мы найдем, безусловно, время. Белая королева. Точно? Всероссийский театр Ледовый. Сценарный план надо посмотреть, правда. Сейчас посмотрим, берем. Ну, будь любезен, пожалуйста. Благодарю. Я такое кино здесь снимаю. 5 минут информационного спонсора. Обещаю, потому что я уважаю глобальную волну. И творим добро, и давно партнеры. Сейчас сценарный план посмотрим. Хорошо, благодарю. И пользуясь, так сказать, директорским словом, я сделаю все возможное, чтобы глобальная волна в администрации президента была номер один. Благодарю. Отлично. Кто верит в Россию, кто верит в наше будущее, кто верит в расцвет наших стран. Как их угомонить? Мы хотим показать, каким образом можно преобразить Россию через достойный женский образ. Мы хотим показать глубину женщин и дать понять мировым лидерам, другим странам, что такое Россия, что мы несем. И ценности заложены в нашей стране через женщин, через глубокую, красивую, достойную женщину. Мы приглашаем впервые победительский совет конкурса «Значимых людей в России», кандидатуру лидера, серьезных общественных деятелей, дипломатов, крупный бизнес. Обязательно себе запланируйте в этот праздник и войдите в Новый год с новой энергией. Снова счастья в вашей душе. Спасибо, можно презентацию. Дорогие, 4 декабря прошел потрясающий праздник.